За первые 6 месяцев этого года по вине водителей автобусов произошло более 30 ДТП. Рост по сравнению с прошлым годом почти в 2 раза. Участники встречи пришли к выводу, необходимо внести изменения в работу подразделений органов внутренних дел и органов власти. Планируется ужесточить надзор в сфере контроля и качества перевозок. Основная проблема в этой сфере, которую определили участники совещания, — перевозки лицом, не зарегистрированных в качестве ИП. Ну, в том числе и у нас встречаются факты нелегальной перевозки, которые мы выявляли в Кочугинске районе, вот, есть еще в других районах. Также на это будем обращать внимание совместно с управлением госавтодорнадзора, также с другими службами. Специальные мероприятия также будут проводиться, направленные на контроль за правильностью перевозки пассажиров.